Неизвестные в масках напали на предпринимателя в Одесской области. Инцидент произошел в одном из сел Лиманского района, в магазине, расположенном на территории частного дома. Трое нападавших избивали владельца, угрожали ему ножом и требовали деньги. Мужчине удалось вырваться, убежать и вызвать полицию. Пока его не было, злоумышленники похитили ценные вещи и скрылись. Зі співробітниками поліції протягом декількох діб були встановлені особи, причетні до скоєння вказаного злочину. Ними виявилися 27-річний та 43-річний мешканець Білгород-Дністровського району, які раніше притягувалися за корисливі насильницькі злочини до кримінальної відповідальності. Та в подальшому вони були затримані. Задержанные признали совершение преступления. У них изъяли вещественные доказательства. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Отмечу, за разбойное нападение им грозит тюремный срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.